Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами снова Настя. Сегодня хочу рассказать историю двух сестер-орхидеек. Это орхидейки Pretty Romance. Они покупались почти в одно и то же время. Ну, с разницей примерно, наверное, где-то полмесяца. Так вот, две абсолютно одинаковые орхидеи с хорошей корневой. Ну, правда, листочки немножко были покоцанные, что у одной, что у другой. Но вот одна цветет, а другая не цветет. Вот они, две красавицы, стоят рядышком. У них даже горшочки одинаковые. Листья вы можете обратить внимание, что у одной, что у другой огромные. Но даже по розеточке можно заметить, сейчас немножко поверну, что в каких условиях разных они проживали. Моя орхидея, ну все уже знают, наверное, они у меня сейчас под досветкой. Плюс у меня южные окна, поэтому они у меня растут. Вот и корни куда-то щупальца свои тянут. И листья. После покупки она у меня отрастила два полноценных листа. Вот один, вот второй. Это отрастила за это же самое время один полноценный лист. И вот еще один начал вылазить. В чем же разница? А в том, что эта орхидея росла на северном окне, а эта орхидея росла на южном, да плюс еще осенью у нее досветка. Эту орхидею Pretty Romance я дарила своей маме на день рождения. Очень хотела ее порадовать, потому что Pretty Romance мне самой безумно нравится. И я решила, что моей маме тоже пора уже в коллекции иметь орхидеи. Но, к сожалению, получается, что в ее условиях, световых, так скажем, держать орхидею не особо есть смысл. Я не знаю, сколько бы пришлось нам ждать, пока она зацветет, потому что уже сегодня у нас середина ноября, а цветоноса до сих пор нет. Когда при всем при этом моя же орхидея уже раскрыла бутончики. Вы скажете, северные окна не беда, у всех цветет, а у вас почему-то нет. Но северные окна тоже разные бывают. Вот, к примеру, у моей мамы получается первый этаж, напротив сразу же соседний дом, сбоку магазин, то есть деревья, кусты, очень-очень темно. И поэтому в таких условиях, конечно, орхидейкам обязательно нужна досветка. Но вот, к сожалению, у моей мамы нет ее. И там есть причины, как бы, что, почему ее нету. Но я думаю, что мы исправимся, и когда-нибудь у нее обязательно появится досветка. Мы ее приобретем и установим. И потом у нее, конечно же, будут расти орхидеи. Ну вот, без досветки, вот, пожалуйста. Я хотела бы просто поделиться. У меня многие спрашивают, пишут мне в личку, то, что у них почему-то не цветут орхидеи. Отправляют мне фотографии, а у них тоже такая кромешная тьма, досветки нету. И орхидеи болеют. Но я, конечно, за этой орхидеей вообще тщательно следила, контролировала процесс. Тому, кстати, покупной, поэтому он такой не очень-то красивый. Вот. Поливала мама под моим, можно сказать, присмотром, но все равно вот что-то ей не нравилось. Корень вот этот тоже то растет, то не растет. Но внутри, в горшке, корни хорошие и листья как бы. Этот лист она нарастила, летом она на балконе стояла. А там у мамы под окном огромный куст жасмина. Он, конечно, красивый, ароматный, но вот это вот жасмин, он такой большой, что все перекрывает весь свет. Поэтому орхидейке было мало света. И вот такие вот
последствия, что орхидея не цветет. Поэтому мы с мамой решили, что я ее забираю себе. Посмотрим, что дальше будет. У нее растут другие, у нее растут спатифилумы, у нее растут фикусы, все у нее растет. Она тоже так же, как я, любит цветы. У нее все хорошо растет, но вот с орхидеями, видимо, для цветущих, конечно же, нужно освещение. Поэтому, если у вас такая же проблема, не цветут орхидеи, обратите внимание, может быть, у вас света не хватает. В общем, вот такое вот видео я хотела вам сегодня поделиться, рассказать. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, до новых встреч!